даже в тональность сразу попал. Вот что значит мастерство. Добрый вечер. Мы рады видеть всех вас в нашем маленьком театрике. Сегодня у нас замечательный вечер, замечательный день. И вот я пытался вспомнить, когда же впервые я познакомился с Верой Евушкиной, и, честно признаться, и не знаю. Во-первых, хотя бы тогда, когда она работала в труппе у Элины Камбуровой, была там звукорежиссером и осветителем. Значит, по меньшей мере, это 78-й, где-то 81-й год. Значит, уже больше 15 лет. Но я не исключаю, что и раньше мы с ней встречались. Точно так же на горизонте когда-то, первый раз, наверное, в Риге, я услышал совсем молодую тогда, ну и я был моложе, а уж она совсем была девчонкой, это Лену Фролову. И вот проходили годы, и потом вдруг такая покатилась волна популярности и внимания к Лене Фроловой. И она как-то очень мощно так завоевала большую аудиторию зрительскую. Ну и потом они как-то вместе вот уже появились с Верой Евушкиной. Но даже вот то, что мы сегодня отмечаем их десятилетие, срок, с одной стороны, большой, но по сравнению вот с тем 15-летним, 20-летним сроком вообще их появления на горизонте, это уже дата, может быть, и не такая большая. Вот, они сегодня будут петь и дуэтом, и, я надеюсь, и в одиночку. И я хочу еще сказать, что это те люди, это те артисты, которых мы особенно рады принимать в «Перекрестке», потому что все равно существовало и будет существовать все-таки разделение на какую-то более простую, такую упрощенное отношение к поэзии и к мелодии, и к гитаре. Хотя и там бывают очень талантливые люди, пользующиеся как бы такими фольклорными образцами. Вот. А Вера Евушкина и Лена Фролова, безусловно, относятся к лагерю так называемых камерников. Совсем не в плане ассоциации с какой-то там решеткой или еще с чем-нибудь, или с каким-то диссидентством, за которое можно получить эту было камеру в свое время, а потому что их искусство предназначено для очень внимательного зрителя, который старается ни слова не проронить и умеет отличить все-таки фольклорную мелодию от интересной музыки и мелодии. Дуэт «Верлен». Спасибо. Ну, у нас действительно сегодня необычный такой вечер, хотя мы достаточно часто и много выходим к вам. Это особого рода такое общение с миром. В первую очередь, конечно, мне хотелось бы отвесить поклон этому помещению, этому залу. Надо сказать, что несколько лет назад, когда у нас был первый концерт здесь, я ужаснулась этой атмосфере, вообще подвалу, такой катакомбной, какому-то состоянию, как в бомбоубежище. Но теперь я понимаю, что действительно вот именно здесь происходит что-то очень нужное для меня, во всяком случае, и я здесь себя чувствую уютно. Пожалуй, одно из самых уютных помещений вообще. Я тоже. Да. Утверждаю. Вот поэтому спасибо Вите, спасибо Оле, спасибо всем, кто здесь, Лёше, которые здесь живут и для нас обживают это помещение. Ну, что сказать о наших 10 годах жизни? Даже не знаю, что сказать. Хорошее было время, надо сказать. Успели мы как-то поездить по свету, по нашей родной стороне, и по Дальнему Востоку, и по Уралу, и по Сибири. В общем-то, сейчас об этом остается только мечтать. И было у нас много интересного и хорошего.
удивительных встреч. В первую очередь, конечно, самое главное, что мы, богатство, которое мы имеем, это люди, вы, которые пришли сегодня к нам, чтобы был вот этот праздник, состоялся, которым, в общем-то, мы могли и не праздновать, но захотелось вдруг увидеть вас и как-то в кромешной этой ситуации, в общем-то, создать какой-то праздник. Если нам это сегодня удастся всем вместе, это будет очень здорово, потому что вот в первом отделении мы с Верушей попоем, а во втором отделении мы вот пригласили хитрым таким способом, заманили сюда своих друзей-бардов, сказав, что попросив их спеть для нас, вот во втором отделении будут петь наши друзья. Для нас, для вас. Я думаю, что праздник получится. Вот. Мы хотели что-то исполнить юбилейное, но у нас юбилейное такое, что мы очень любим наши песни, такие более заунывные, серьезные, как бы, поэтому мы вам камерные, немножко... Камерные, да? Камерные. Поэтому мы вам опять споем о России, о себе, о нас с вами. Вот такое вот камерное отделение. Интересно, что, в общем-то, мы себе не изменяем. Поэтому, в общем-то, кто был на нашем концерте в начале этого года, услышит те песни, которые и слышали. А, собственно говоря, действительно все сказано. Можно только много-много раз повторять. Все тоже о любви, о боли и о всем том, что нас с вами здесь держит, объединяет. Благодаря чему мы с вами здесь вот сейчас находимся. Никто, Господи, не
Не упрямьтесь, ножки мои, надо бы найти. Не все время звездочки-то на небе светит. Рядом со мной Иуда, перед
Перед Богом, и книги открыты были, и иная книга открыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Да, надо.
скончалась, и бродит слепая свеча по углам. Мне не забыть, как проходить.
сейчас расскажем, на чьи стихи мы тут спели песню. Это были стихи Георгия Иванова, Вениамина Блаженного, Александр Диккенсон, это русский эмигрант, София Парнок, ну и было две моих песни. И все же, наверное, он есть за последней чертой сознания. Детеныш какого-то зверя, играющий среди песков с маленьким круглым солнцем. Иначе откуда такая неистребимая нежность к миру? Мальчик строил лодку, и построил лодку, и поплыл по речке в тихую погодку. Лодка острым носом воду бороздила, облака дорогу ей загородила. Мальчик въехал в облака, белое густое, а за первым облаком облако второе, облако пуховое, облако и снега, а за третьим облаком начиналось небо. Мальчик плыл не речкою, мальчик плыл по Млечному, по небу проточному, в сторону восточную. Мальчик плыл по звездам, к месяцу тянулся. И домой вернулся. Thank you.
какая участь нас постигла. Как повезло нам в этот час. Yeah.
сердце повисла моя. Осенние мерзлые яблоко сквозной червоточиной высверлены. Но может случиться немыслимое, раскинется райская ярмарка с продажей всякого яркого в лотках по дороге. Бесчисленные все яблоки с детскими ямками, и вдруг ты заметишь на ярмарке мое ни одной червоточины. Румянец не тронутый порчью, и гладишь рукою утонченный. Прочь его, но яблоко в радужных капельках на ветке увешаны листьями. Мое выбираешь из прочего, но это же чудо немыслимое, но это же чудо немыслимое. Скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа.
человеческое тело, ненадежное жилье. Ты влетела слишком смело, сердце тесное мое. Тело может истомить, яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия непосильной, мне казалось, но уж бедная моя, может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, 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 и не отомкнут ворот. Помни о том, как ты земную боль, соль и желчь пила, как входила плоть тугую, смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет. Пой, косава нам ложится, снег на яблоневый цвет. Как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты певица. Пой, душа, тебя простят. Пой, душа, тебя простят. Ну вот несколько песен. Первая была на стихи Давида Самойлова, вторая на стихи Иосифа Бродского, потом мазурка Шопена, это стихи Беллы Ахмадулиной. За ней шла такая красивая колыбельная, романс колыбельный, на стихи Марины Гершинович. Потом была «На яблоне сердце повисло мое», это Семен Кирсанов. Одно из любимых вообще произведений Верочкиных у меня. «Голова кружится» — это моя песня, на мой текст. И «Почему, скажи, сестрица» — это Арсений Тарковский. Ну вот нам осталось... Спасибо. Мы закончили первое отделение. И мы хотим, чтобы вы порадовались вместе с нами вторым отделением, нашим друзьям. Да, мы просто начнем второе отделение, чтобы не было такого завершения. С вами произошло? Наверное. Спасибо большое. До второго отделения. А я. Одну песню обещаю. На самом деле у нас много как бы неисполненных песен. Просто не хотелось бы превращать сегодняшний такой, в концерт. Мы как раз не хотели концерта. Ну, у нас так получилось, что... В смысле, не хотели, чтобы был такой вот академический концерт, как у нас всегда. Ну, Веруша мне тут громко подсказывает в ухо. Велимир Хлебников, Раиса Ипатова, музыка Веры Евушкиной. Из облака и вздох усталый мотылек на край чернополох задумчиво прилег. Летит его подруга из радуги и блеска.
круга на рукавах нарезка. И умного создания, поднявшись из столбов, столкнулись на свидании, тая голубом, и та